лейтенант Шапранов Юрий Анатольевич, командир внештатного инженерно-саперного взвода. В декабре 2015 года при разминировании я получил травму. Мне ампутировали 1/3 ноги. Хочу выразить особую благодарность ростовскому отделению Союза добровольцев Донбасса в лице Шерстякова Андрея Викторовича за оказание, за помощь в ортопедии. То есть мне был изготовлен протез, благодаря которому я в данный момент встал в строй. Вот. То есть жизнь не окончена. Спасибо вам огромное от лица меня, от моей семьи, от моих близких. Спасибо всем, кто помог моему папе.